Самолет пошел на взлет. Здорово, народ! С вами настройщик Леха, и сегодня у нас на обзоре промышленный пылесос Datsprom. Данную модель предоставила компания «Русский пылесос». Ну что ж, коробочка довольно-таки тяжелая. Давайте вскроем и узнаем, что там внутри. Коробка действительно массивная и тяжелая, поэтому достать одной рукой пылесос и сразу положить его на стол в принципе не получилось. Поэтому спустил его на пол. Вытащил все, что внутри, и сейчас будем собирать, заодно разберемся, что там внутри. Сначала идет платформа с колесиками, довольно-таки мощная, крепкая, из настоящего железа, без пластмасса, что уже в принципе радует. Да, внутри еще находятся три магнитика. Чтобы эта емкость, куда попадает весь мусор и пыль, спокойно вставлялась и примагничилась. Все. Теперь можно в принципе с емкостью таскать эту платформу, что очень даже удобно. Дальше идет у нас циклон. Циклон двухступенчатый. Благодаря такой сборке написано, пыль вообще не попадает в фильтр. Ну, сначала тесты, потом утверждение. Сделано все из 2-миллиметрового металла. Это не какая-то пластмассовая. То есть все литой настоящий металл, что не может не радовать. Мощные прокладки. И все это защелкивается на такие мощные защелки. Выглядит массивно. Ну и верхняя часть, где находится мотор, то есть откуда поступает сама тяга. Но мотор — это не вся часть. Внутри, самое главное, находятся два фильтра. Внутрь вставляются два очень мощных фильтра, чем-то похожи на К-700. Ну что ж, давайте тестировать. Сначала ставится большой внешний фильтр. Потом вставляет заслонка, разделяющая первый и второй фильтр, и вставляется маленький внутренний фильтр. Я думаю, после двух фильтров даже микрочастицы пыли до мотора дойти не смогут. Ну а теперь стыкуем нашу мощную бандуру, прям как ракета. Выглядит крепко и мощно, что уже внушает надежность. В принципе, внушает доверие. Вверху находятся две кнопки. Одна кнопка включения, вторая переключения. Первый режим включает пылесос, второй розетку. Что довольно-таки удобно, по крайней мере для меня. Кабель 5-метровый с вилкой специально для уличных работ. Ну что, классно. Так, комплектация идет. Насадки, три насадки. То есть для пыли, для мебели и для углов. Также насадка меняется и можно даже мыть полы. То есть прям воду сосет. Довольно-таки интересно. Пытался как-то щетку эту вытащить, поменять, но не стал рисковать на камеру, пока не прочту инструкцию, а то поломаю такую хорошую вещь. А то обычно люди делают наоборот, сначала ломаю, а потом удивляюсь. Ладно, собираем палку, одеваем насадочку, подключаем его к хоботу и хобот вставляем в пылесос. Ну, довольно-таки массивная конструкция, но думаю, теперь можно включить. Подаем питание и выбираем первый режим. Самолет пошел на взлет. Ну а второй режим уже розетка. Ну что, включили, можно сосать. Да, на удивление довольно-таки неплохо он поглощает пыль. Причем даже очень легко. Поверхность у меня, естественно, не подготовлена, у меня дома бардак, то есть я не подметаю, чтобы лишний раз пыль не подымать. Так что идеальное место, чтобы протестировать пылесос.
Будем сосать все. Металл, гвозди, бетон, пыль, штукатурку, пенопласт, клеенку, бумагу. В общем, все. Пока не сломается. Довольно-таки приятно удивил. У меня есть аналог маленький пылесос. Вот до такого ему очень далеко. Плюс еще очень классное качество этого пылесоса. Он не выдувает часть пыли обратно. То есть у меня в доме нету тумана. То есть после уборки этим пылесосом нету тумана. Что уже не может не нравиться. Как видите, пылесосу все равно, что находится на полу, он все это съест. Ну и решил потестировать воду. Да, воду он поглощает. Сама компания, когда мы созванивались, сказала, что протестируйте, можете его поубивать, краш-тест, он не боится вообще ничего. Я говорю, если я опущу пылесос в воду? Он говорит, ну попробуйте, потом скажете как. Ну а делать это, конечно же, буду. Итак, я заранее очистил пылесос, то есть очистил бачок. И сейчас будет прямая съемка, без нарезки. Короче, сейчас мы убьем пылесосик одним кадром. Итак, ну что ж, подключаю, собираю, и сейчас мы будем убивать его. Так, ведерко, чтобы было видно, и заранее ведро воды. Все, прощай, пылесос. Как видите, фокус, воды нет, реально. Пылесос работает. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Чпоньк, и вода вся оказалась в пылесборнике. Уже хорошо. Осталось посмотреть, а что с фильтрами? И на мое безумное удивление, а фильтры сухие, как они были в пыли, так и остались. То есть вода даже не дошла до самих фильтров. Она дошла до циклона, и циклон отправил обратно в сам пылесборник. Это означает только одно, что циклон у данного пылесоса хорошо проработан, и такие фильтры прослужат очень долго. И это значит, что такой пылесос я оставлю в себе, никуда его не отдам. К тому же, помимо основного применения, я придумал ему еще дополнительное применение. Можно, в принципе, таким пылесосом подтыривать песок у соседа. Мне стало еще интересно, что внутри. Этим пылесосом я пропылесосил от начала до конца, не разбирая, 160 квадратов. То есть все у меня было в пыли, в цементе, в штукатурке. Вы сами знаете. Я решил вскрыть, и удивление было просто безумное. Вся внутренняя часть этих фильтров как новенькая. То есть ни пыль, ни грязь, ни вода. Вода не то, что вода даже до фильтров не дошла. Пыль-то понятно, особенно мелкая, которая от шпаклевки после зашкуривания. Но она не смогла пройти сквозь этот фильтр. То есть все внутренние стенки фильтра абсолютно сухие и новые. То есть я прям вообще в восторге от такой вещи. Поначалу заказчик сказал, если понравится, ставьте себе, не понравитесь, продадите, отдайте подписчикам. Я, в принципе, так хотел поступить. Но когда его хорошенько протестил, я его решил оставить себе. То есть вещь действительно дельная, хорошая. По хозяйству редко пригодится, только для стройки. Но вещь действительно хорошая. Радует две вещи. Во-первых, что он теперь мой. А во-второе, что эта разработка наша. То есть наконец-то наши научились делать качественную продукцию. Что в принципе не может не радовать. В общем, я пылесосом доволен. Я убрал им весь дом полностью. Как итог...
Пылесосом я очень доволен, и я его оставлю себе. У меня есть этот маленький аналог, который просто ужасно с этим бегать мешком. Я просто замучился с ним. Вот, скорее всего, аналог я продам, а настоящий хороший пылесос я оставлю. В общем, Леха рекомендует. Ссылочка на данную продукцию, а также промокод будет в описании. Всем спасибо, пока-пока.